Потерять близкого человека всегда очень больно, но надо как бы понимать, что все равно жизнь продолжается. Если первое время кажется, что жизнь, конечно, кончена, но мне очень помогло то, что я как бы занялась эзотерикой. Это черная магия, некромантия, также проведение спиритических ритуалов. То есть занятие магией именно помогло мне в том, что со смертью-то жизнь совсем не кончается. То есть я наоборот научилась как бы понимать мертвых, считывать с них подсказки и даже продолжаю на спиритических ритуалах общаться со своим покойным мужем.